Дорогие братья и сестры, жители Югорского края, позвольте мне сердечно поздравить всех вас с праздником Рождества Христова. Сказано в Священном Писании, что Господь возлюбил так человека, что послал Единородного Сына к нам на землю для того, чтобы указать человечеству путь к спасению. И каждый год мы встречаем этот праздник, готовимся к Нему. Предшествия 40 дневный пост, мы готовим себя, чтобы достойно встретить этот праздник. Человечество ожидало более 5000 лет этого великого обетования. И мы сегодня в этот праздник поздравляем друг друга, совершаем, делаем подарки друг другу, радуемся этому великому событию. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы у каждого из нас наша душа явилась бы яслями для богомладенца. Если это произойдет, то тогда мы будем на правильном пути, и все в нашей жизни будет прекрасно. Еще раз всех вас, мои дорогие, с праздником Рождества Христова!